Нет, новый стрим запустился. Вот так вот, да? Выход же очевиден, не играть в PUBG. Да. Открыть чат в новом окне. Ну, по крайней мере, сейчас не должно лагать. Завозим лайки, да, заново. У меня даже с окнами какая-то проблема. Сейчас я закрою заново, открою Firefox. Заново открою Firefox. Я вот не пойму, как так? Ты говоришь, но тебя на стуле нет. Так я спрятался же. А. Ну, то есть я сделал вид вот такой вот, да? То есть я на самом деле просто нахожусь с другой стороны стола. Я все повернул и сижу с другой стороны стола. А, пора сделать паузу на открытие миника. Давай, знаешь что? Топ-1 возьмем, и после топчика я буду открывать. Снова здравствуйте. Давай, здорово, старый. Мне когда зайти? А! Мы же хотели, чтобы эту, да? У тебя же там осталось сколько? 30 минут, наверное, да? Сейчас посмотрю. Ну, еще тут бонусы 47 где-то. Выходим. Ну давайте, ладно, выйдем. Кто-нибудь это. Только не знаю. Так, может, ты уступишь? На одну. Ну, давайте я. На одну. Окей. Ошибка у меня. Ты в игре. А что за игра там? Ой, за игра, что за карта? А? Че? Не помню. Шучу, не помню. Что за карта? Мирамар, Ирангель, Таега. Таега. На ночь кушать вредно. А вот это, я тебе скажу, неправда. Какая у тебя ошибка? Что у тебя пишет? Туалет. Чай наливал. Горяченький из термоса. О. Я еще домой приеду, тоже чайник поставлю. И тоже в термос зальешь? Не-не, в кружку налью. Что за ошибка? Просто отправить отчет. В левом верхнем вот это появляется фигня. Отправить отчет и... Что-то пошло не так. Не, у меня другая. А, подождите, блин, выходите. Я что, сейчас нажал отмену, что ли? Запустил я игру, и я, кажется, на автомате нажал отмену. Ну, то есть я не зайду к вам. Вот, допустим, ты повернул экран. Там... Ты меня вот заговорил со своим чаем, потому что ты придешь. Я нажал отмену.
хотя бы вовремя успел. Там 5 секунд оставалось. То есть, хочешь сказать, рейтинг из-за этого не понизится? Нет. Он понижается все равно. Мне, как человеку с маленьким рейтингом, не знать о таких мелочах. У меня-то он почему падает? Потому что я же рестарчу карт до того, как... Я же не из игры прям самой выхожу. Да, теперь у меня такая же ошибка. Я прогрузился. А, ну мы сейчас все равно выйдем. Это ночная карта. Маленькая ночная карта, выходим. 30 человек, замечательно. Так, ну сейчас по очереди будем ошибки ловить, будем эти. У меня другая ошибка была. В самой игре я нажал продолжить. У меня игра грузилась, а потом пишет not a leaf. Я потом вылетает, потом по новой. И у меня постоянно показывает продолжить игру и выдает ошибку. 300 секунд бана за то, что кушать вредно. В общем, кушать то, что вредно. Нет. Вот эта фраза «кушать вредно на ночь», она только говорится для тех, кто ночью спит. Нашел. Понимаете, ночью кто спит? Есть такие люди, кто ночью спит вообще? Есть? Я просто не знаю. Так мы уже вышли. Не, я имею в виду в игру. У меня же ошибка была. Вот, и для тех, кто спит, ну, конечно, на ночь нельзя есть, конечно. Потому что пищи надо там минимум 3 часа для переварения. Для того, чтобы перевариться. И на ночь, на сон грядущий, кушать, конечно же, нельзя. Ну, я же спать-то не собираюсь сейчас. И после стрима я сразу в кровать не лягу. Хочу принять ванну, буду валяться и смотреть тебя. Исит Зожга. Офигеть, Зож, красавец. Вот это молодец, вот это молодец. Бомба, просто бомба. Не иначе. Так, диги так. Игра не указана. Сейчас play, player, battleground, игра указана, это все указано, сохраняю. Так, чё мы, куда? Или позу погнали? Забираем вот этот вот квадрат, вот этот вот, где здесь арена есть, да. Забираем все домики здесь, в этом квадрате. Акир, ну ты только аккуратнее на этой высотке. То есть, если упадут в зелененькие эти авангары, у тебя нокнут, тебе надо будет перебегать, на 10-й этаж подниматься, там лифта нет. Да посмотрю, отлечу, наверное, подальше. Hello, hello, Олег Ди. Олег Ди, hello. Hello, my friend. Никого надо, с нашей стороны нет, да? Падают на ринг. Нет, на ринг не падают. Дальше летят. Почему на ринг не падают? На ринг никто не упал, дальше пролетели. Дальше на эту многоэтажку полетели. Dear friend.
Где? У меня вкусняшка есть. Флэрган? Да. Осталось тебе только не погибнуть. Могу его прям в стену. Ну, естественно, можешь. На запазуху и береги, как зеницок. Там миник был псих, если тебе надо. Не, у меня порядка. Подожди, я не могу такую нож брать. Блин, ну... придется дигл скидывать. Мы все мы чем-то жертвуем в этой жизни. Я так хотел с диглом поиграть, но... В принципе, ты можешь как вместо дигла один выстрел сделать. Напугать, да, кого-нибудь? Нет, это не то же самое. Бесполезный выстрел. В какой-то игре он даже поджигает. Но не в этой. Я там лутался, псих. Не, мне патрон на коряк взять. А четверка надо? У меня есть. А на ангаре никто не падал? Нет, никто. Давайте в этом направлении двигаемся. Сейчас я у ангаров и вызову. Надо сейчас так позиции занять, чтобы если кто-то на нас пойдет, мы их отстреливали. На четверке тип был, когда я упал. В принципе, Акира... Это чё? Опа, это тип какой-то. Да-да, суетолог. Мне шмаляет. Где, синяя метка? Ага, анбар. Два типа. Понял. Так, вижу. Второй там же будет внутри. Сейчас выйдет слева, по идее. Кто-то что-то разбил. Это я же вылез. Сверху на ящик залез. Упал. Понял. Нокнул его в полете. Понял. Так и слез отсюда, ну его. Так, глок здесь есть. Большая аптечка взята мною. И чё, я пошёл вызывать? Работаю над вызовом. Давай. Я здесь рысь. Показался ли кто-то выстрелил два раза? Тоже слышал. Вот это чё за выстрел? Или что у меня в ухе? У меня ли в ухе стреляет? Это уже кажется.
Вызывай. Вызвал. Красота. Есть у кого ручка лишняя? Наберил. В трупе вроде было, сейчас чекаю. Упор для большого. Могу вертикалку дать. Любую, любую. Я пока почекаю, сейчас подбегу. Блин, семерка нужна. Так, самому нужно... А, нет, мне не надо. Мне не надо. У меня 10 штук. На что? Ну, у меня на 2 оружия. Да какие на 10 штук, на 2 оружия? Ну возьми, здесь вот 4-16, куча пятерки лежит. Так, не понял, Макс, а ты отпустил это здание, да? Без которого мы шли. Ладно. Я впереди чекал. Че, неужели? Что мы вызвали? БТР же? Ну а че же еще? На крышу, да? Нет. Ручку скинем? Вижу людей. Направление. Так, по-моему, меня развернулся, развернулся. Тачка, тачка, я слева. Там внизу один, или это бот? Нет, это не похоже на бота. Заметки, вот он. Нокнуло бежащего. Добил. Хорош. Машину взрываем. Колеса прострелите, сразу захитите. Я full save. Колеса. Бегу. Чуть выше стреляй. А, там камень справа. Есть аптечка, Макс? Сейчас посмотрю, я точно не знаю. Бежит с фула в качал с горы. Да машин взорвется. Убить, убить, убить! Спасибо. Который за камнем? Да, да, да. Я сейчас красную немножко крутану. На красный, там, на красный, за деревом. На желтый. Где, на красный? Да. На желтый за камнем. Его нокнули другие. Какие? На горе. Вертикалка еще нужна? Угу. Ты чпокают. Надо ехать. Думаешь, надо? Конечно. Ну, если ты настаиваешь. Акир, погнали. Он умер. Вертикалка перед тобой. Угу. Можем еще тут тусануться. Пожалуй, откажу тебе. Вот бы можно было открыть, ну прям из БТР стрелять, как из танка, знаешь.
Я, ну, представь, таких вот БТРов не делают. Представь, вот ты бы ехал, а мы троем с пулемета бы зажимали из окон. Так что ж ты думаешь, если ты будешь зажимать, то на ты горе бессмертный? На горе перед нами справа. Не, ну меня, конечно, реально поздно, конечно, выбьют. Два типа справа. Ну, они сейчас поплатятся. Не, я не могу остановиться, там сложно будет заезжать, не разгонюсь. Да, мы бы подтолкнули. Блин, канистра, кстати, выпала, забыл ее положить в этот... в рюкзак. Хотел же. А, кстати, а почему выпадает, вот, бывает, садись, а она выпадает из тебя? Ну, так вот придумали. Нужно обязательно в рюкзак ее класть. Поднимаются в кемп. Пусть поднимается, мы все равно в зону идти. Не аптек, но для бустов тоже. При аптеке 1-1 по бустам. Обычно другие тиммейты должны также сказать свои запасы. 3-1. Аптеки 2. Вот 3-1, ты поделишься тогда бустами с Акирой. На горе спереди есть чел. Вижу. Сейчас мы его принимать будем. Возможно, нас слышал. Возможно, и не один. Сейчас скину. Скину аптеку. Есть, что-то едет сзади, как мы. Чуть правее дальше. Вадрик. Стопает. Возможно, вас заметили, нет? Они на другой горе. Вас заметил квадрик, ребят. Типа перед нами, Макс. Вас сейчас спину начнут стрелять с красной метки. Да. Ребята, посмотрите назад. Где-то квадрик там остановился. Должен вас заметить. Потому что мы не видим. Вы видите, снизу нет? Снизу есть в кемпе, кстати, походу. В каком кемпе? Снизу, с Рибабла. Он дальше поехал. Едет. Прямо передо мной двое. На горе двое. Близко, далеко? Ну вот на зеленой где-то было. На соседней горе. У одного первый где-то шлем, второго тоже. Уже где стоял до этого квадрик есть еще люди. еще там есть, что подпушим? Да в упор. А? Конечно, погнали. Одно нокнул с муки, наверно. Смогу понимает. Поехали. Кажется, все кажется. Макс, БТР-ку не упусти, пожалуйста, возьми ее. Ну так я же здесь и стою. Ну возьми ее и сюда подведи. Сюда. Тут мы уже зачистили все, это подвози ее сюда.
Какая бойня была. Два энергетика у меня. Шестерка снизу. На носик нет ничего на КМ. Ломигас, Ломигас нашел вот. Да, да, есть. Еще одна восьмерка. А по бустам что у вас? Ноль. Че, у них вообще что ни у кого не было? Беда. Вот, 3-2. Слышите? Это сзади где-то. Да-да-да. Глушитель. Ну, здесь есть 2-1. Эй, че замысли? Слева кар, слева кар. Кажется, он за зоной. Опа. Вот слева, на метку, слева, метку дал. И дурашит. Я их не вижу отсюда. Метку дал. Вот у меня. Где у тебя? Зеленый у тебя есть, да? Да. Он справа есть, справа, где смог есть. Можешь выманить? Он внутри сидит. Сейчас выманю. Сзади еще бежит. Сзади бежит к вам. Выманил, 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 выманил. Хорош. Но он откуда прятался на 40. От кого он прятался, не понимаю. Во! Кто стреляет? Убил. Красиво. Два хэта. Это было жестко. Я 4 раза аптечку сбивал. 4 раза? Ты как тоже аптечку? Внутри юзает. Молотова здесь, шестерочки я возьму. Четверку выкинул. Так, я готов дальше, 15 секунд. Го. Я тоже биться. Печки внизу, Макс, если надо. 5 секунд, садитесь. Что за портфель у тебя прикольный? Садись. Псих, псих. Ёшки, матерёшки. Бустов нету. Два энергетика. А у вас как? У меня 2-3 и 7 аптек. 5-2 и молчит. 5-3. 5-3 и молчит. Так я же, когда пробегал, говорю, это 3 буста, а это 5 бустов. Так, выключаю двигатель и спускаюсь. Компаунд, вон все домики вниз. Все, я хаешку грею. Вроде тихо, никого, движения никакого нет. На горе в КСТ 200 ровно. 4 типа, жду вас. 200 ровно. 200 дал ровно. Быстро. Дал метку. 4 типа в К. Да, давай правого, нижнего. Нижнего. Попал. Так, погнали
это красную метку выбивать. И, кстати, да. Якири, дали буст это псих? Дал, не дал? Правильно. Нету. Псих, дай. Давай, псих. Я тоже скинул. У меня 2 энергетика. Пока хватит. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Аптечку можешь обратно подобрать. Так, всем привет, Матвей, привет, Матвей, Black Lord тоже здорово, Натрова, Зевс тоже вижу, Антон, привет, как дела у стримера и банды? Все отлично, Антон, у тебя как? У меня автоматически обновляется подписка. Так, подожди, так это же можешь писать, ты же писал же, да, Димас, Андрюх. Игру не видно, как не видно? Второй цельный. Не видел. Половинчатую сбросил. Капец, у меня 6 помощи. 6? Да. Ну я попадал и добивали сразу же. Живых 10 всего, не считая нас. Там фулл склад был. Еще где-то 6. Аптека слева, флешка. Ничего не тронуто. На горе остановились. 290. Чего не стреляете? Он высунулся. Чего не стреляете? Где снайпера? Он смотрит же. Работаете. Так, на гору нам надо заезжать, да? Почти. Или на красной потусуемся? В принципе, не обязательно, потому что мы хрен заедем, в принципе, на БТРке. Ну, по дороге заедем. Ну а дальше-то нам направо надо будет, там горки. Проще с красной начать. Единственное, что, конечно... Ну, ребят, преимущество, я надеюсь, круг потом уйдет от них, и гора уже не будет в преимуществе. Так, привет, Тимур, здорово. Саша Воронин тоже привет, Валерчик, всех вижу. Молодой хе-хе-хе, привет, доброй ночи. Все отлично, у тебя как? Сковородка навсегда дается золотая. Да, сдается навсегда. Сковорода. Которая вот по квесту, да? Может, погнали, запушим.
Их запушим. По сути, ну, по всей видимости, там один постоянно пикает. Так бы уже несколько пикало. Ну, ну поехали, поехали, в упор подъедем. Там постоянно один чел. Подеремся в упоре. А с другой стороны, им нам уже туда не надо. Ну да. Сейчас я посмотрю, куда батырку можно поставить. И гора-то уже не в преимуществе. А, у вас тут три камня есть, вообще суперских. Четыре камня, вообще замечательно. Может, БТР-ку между ними? Не-не-не, я БТР-ку... Он бежит на С, к будке, будке деревянной бежит. С горы будут спускаться. И право, да, надо чик-чирикать. Это наш топчик. Не факт. Сейчас нет. Начнут ноки. Начнутся. Не-не-не. Он опять чекает. Там, кстати, двое за будкой. Двое уже, да? Да-да-да. А, будка, двое, будка да, не да. В зоне, будка не в зоне. Вы чё? Хорошо. Даете ему по БТРке стрелять. Еще есть в этом, на кладбище. Так, откуда карта выстрелил? Сверху, с горы. Я вот смотрю, не вижу. А вот он. Да-дам. Ой, а кто там получил-то? А озон-то идет? А кто там получил акт? Озон-то идет? Ой, а кто вас... А кого это зон наткнулся? Бежит, бежит, бежит. Под машины лег. У меня перед камерой. Нокнул. Нокнул. Побил. У Макса последний. Один остался, один. У меня последний. Угу. Макс! Нет! Спасти да, Макса! Спасти Макса! Да, это он C4 кинул, да? Да. Да, да. Че его? Сюда топчик, сюда все живы. Сюда папская БТРка. Ну это опять же из-за того, что ты БТРку нашел, не больше, не меньше. Так мы проиграли бы. Слились бы в ноль. Молодцы, ребята. Спасибо. Я проверял все тактические моменты. Все соответствует. Винна ставлю четвертую. Ой, 7 помощи. Уху. 4 победы. Ой, 4 это поставил. И 8, да, я сказал, киллов. Это 44 врага. Если я все правильно понимаю. Поздравляю вас, топ-1. Спасибо, Сикохан. Спасибо. Я все, всем спасибо. И открывать ящик всем не забудь. Пока. Сейчас буду открывать давай, ящики. Пока, пока. Давай, Покедова. Давай, пока. Давай. Так, значит, тако-тако. Значит, так, тако залетает. Так. И Добиван получается вместо Акирыч. Чемоданы. А, подождите. Ящики буду. Сейчас я открою ящики. Чемоданы. Так, ну что, поехали. 10 чемоданов, да, открываем. Последние 10 чемоданов, последние 10 попыток взять красивый красный миник. Ты можешь задонатить еще доллар. Поехали. 500. Ага. Ага, и в итоге не выбить миник. Да, и не выбить миник, замечательно. Придумал ты. Так, серебряный ящик выпадал, да? Открываю дальше.
Опять плохой не выпадет. Опять серебряный ящик. Так, еще жду. Раз, два, три, четыре. Открываем. Опять плохой. Все, должны показать достойную игру. Так, для того, чтобы подкупить, надо, знаете что, надо открыть один раз другой ящик. Один раз. Один раз другой ящик открыть. Открою я вот этот вот. Просто один раз. Здесь мало вероятно, что выпадет, да? Но откроем. Или сейчас, подождите, что у нас здесь? Здесь у нас, блин, тут такая чушь. Блин. А здесь? Здесь... А миник с золотого сундука падает? Да. Ну, с этого. Мне сундук золотой сейчас выпал, я хочу открыть. Да ладно, прям вот ты нажал золотой сундук? Да. Да почему у меня-то нет? Аки? Да это первое просто из бесплатных, которые. Но я боюсь его открывать. Бесплатный, который, как будто я платный открываю. Боюсь, будешь открывать. Там будет миник. Нет, там может быть не миник, там может быть кар, допустим. У меня вот два кара выпадало статтрековских. У меня М-ка выпала. М-ка выпала, понял. Ну, либо выпал миник, но ты решил не говорить Тахилу. Не расстраивать. Давайте один открою здесь. А, я М-ку я открыл, господи, мне она и выпала, получается. А, ты не миник открыл, ты М-ку открывал. М-ку, да. Так, открыли, немножко прикуп сделали. Которая с батл статом? Она улучшаемая, да, или нет? Зодиак, я не знаю. Она самая топовая считается или как? Но она, походу, я не знаю, она улучшаемая. Да, зодиак это лучшее, что могло выпасть у тебя в ящике. Охренеть. Теперь захотел миник попробовать открыть, ладно. Пойду донить. Да какой? Ты что, два раза не выпадет тебе? Так, четвертый. Да не скины решают, скины это не важно. Главное скины. Да, давайте составим список утешений. Перезапускаем лобби. Вот все эти скины, это как бы, да, это мишура, это поверхностно. Это не суть вообще этой игры. Можно в одних трусах сделать 30 киллов и взять топ-1. И станцевать на трупах врагов. И вообще без проблем. Без ни одного скина. Спокойно. Как китайцы играют. Они вот на этом не заморачиваются. Они зрят в корень. Да, они просто донят производителям читов. Китайцы реально вообще не так часто бегают. Вообще без шмоток. Ну, потому что на каждый новый аккаунт покупать скины такое себе. Остался последний ящик, я его открою после, давайте, следующей игры. Оставим, оставлю надежду. 9 раз открыл, 9 раз мне фигу показали. Мне один раз выпал золотой этот вот. Ну там была СКС вот эта вот. Божечки ты мой, миник. Золотой миник. Красный. Где ты, мой красный миник? Божечки ты мой. Все, давайте. Главное доминировать. А что за карта? Отсюда выходим, не посмотрим ее. Та карта, которую мы скипаем. Что там, Хеймер? Да. Хеймер. Понял, буду знать. Сейчас, у меня погружается, поэтому минуту, сейчас выйду. Ой. Чат, ну вот так вот, блин. 9 раз, да, открыл ее. Ну и до этого, кто если не знал, вот как вот этот миник появился вообще в принципе, я уже открыл раз 100, наверное, ящик. Ну не 100, ладно. Раз 60-70, наверное, ящик я точно открывал. 70 раз я ящик где-то открывал в среднем. 70. Это среднее число. И 70 раз... Да какой 70? Да под 100 все-таки я уже открывал. Даже под 100. Потому что один раз я открывал... Сразу же 35 раз я открывал, или 40, прям сразу на стриме я открывал. Так, выходим.
И плюс, соответственно, там потом каждую неделю еще вот эти забирал я по 8 купонов, по 10 купонов. Ни одну неделю не пропускал. Что такое? Так что... Таего. Хочу очень Таего. Обожаю эту карту. Так, я открыл первую, которая где миник. У меня так. Опять что-то золотое. Хватит болтать. Чё врёшь-то? Не может быть такого, что ты два раза открыл и что-то золотое два раза подряд. Не может такого быть. Скрины кидайте, пруфы. Ну да, я не верю. Ты просто врёшь, не может такого быть. Это очень маловероятно, вообще. Это практически, это нереально. Это реально, но это очень... Это нереально. Я отправил личку. Надо открыть. Така поубивает себе, или кто там, поубивает себе все его. Акира. Поубивает себе чисто одни вот эти вот лучшие. Эх, эмка. А что с игрой? Я не понимаю, почему одни караки нападают? Может, хватит уже, а? Да. Сейчас сам охуй. Как бы в рандоме есть и другие карты. Алло, пупк. Какие каракины? Да, выпасть он мне не может, этот миник. Я 80 раз ящик открывал, 70... 70 раз я ящик открывал и ни разу не выпало. Их нельзя продавать вроде. Не продавать, не передавать нельзя. Чисто у тебя на аккаунте. Ну давайте, мне даже интересно, сколько мы раз будем рестартить, чтобы найти одну из трех карт, которая нам нужна. Третья тоже золото. Да иди ты, не можешь такого быть. Че ты гонишь-то, блин? Такого не может быть. Че ты там гонишь, господи, блин? Господи, опять М-ка. Мне теперь две М-16-ых. Как можно открыть три раза ящик и три раза золотые ящики? Я 70 раз открывал. 70. Серьезно? Этот миник. Ну, естественно. Не выпадало. Два кара у меня выпало. Еще там что-то выпадало. Вроде тоже М-ка выпадала. Миника не было. Три раза подряд у Акиры. Три раза, чат. Три. Вы слышите? Подряд золото у него. Это какой-то подкрут какая-то. Этого не может быть. Человек, который, блин, играет в игру... Постоянно, каждую неделю, это я про себя, да? И ему не могут подкрутить. Сколько у меня часов вообще в этой игре? Это колоссально, ни у кого такого количества часов нету. Ну, имеется в виду, по крайней мере, на стриме сидящие, да? И мне не могут подкрутить из ящика оружие. Это что за бред? А человек, который не играет в игру... Заходит, три раза ящик открывает, три золотых ящика ему дают. Зачем? Он не играет в игру столько, сколько я играю. Вы чё? Ну это как вообще? Вот PUBG, вот разработчикам посмотреть и сказать, ну ты чё, дурак? Вот ты дурак? Вот это зачем ты это делаешь? Потому что ты дурак. Понимаешь, ты дурак. Ты думаешь, чего? То, что вот он ящик эти открыл, все, теперь он будет чаще играть в PUBG, только лишь потому, что ты ему... Дал возможность открыть три раза подряд золото или что? Почему ты такой дурак? Посмотри, люди, которые любят вашу игру, у которых, блин, 10 тысяч часов в этой игре. Десятка, блин, десятка играют с бета-версии. Почему им вы не можете взять и чуть-чуть подкрутить, чуть-чуть, чтобы у них радостно было играть им? Они чистые, ребята, 10 тысяч часов без читов играют. Любит вашу игру. И какого хрена? Вы просто задницей поворачиваетесь, вытираете задницу этими игроками и даете людям золотые ящики, которые там, дай боже, чуть-чуть поиграли, и хрен его знает, будут ли вообще в принципе играть в эту игру.
Дальше. Откроют и все, порадуют, пару раз поиграют, и все, и забьют, и удалят игру. Ну нет, блин, вот тупые люди, абсолютно тупые разработчики в этой игре, тупые. Я просто вот жду того момента, когда Пупк продаст, вот это азиаты продадут Пупк кому-то другому. Кому-то более стоящему, кто игру может выправить. Ну, в общем, людям, которые, у кого-то, у которого прямые руки. Которые возьмут и сделают из игры конфетку. Я жду этого момента. Я мечтаю об этом. Так убоятся. Ну, все понятно. Ребят, крутит. Там сзади есть. Вот сюда, надо его ломать. Ломать лицо ему. Красная метка. Берите оружие, броню и погнали ломать его лицо. Мне нужен человек, ломающее лицо. Есть такой у нас в команде? Чтобы мало ли что. Могли подставиться. Подставить свою спину и защитить. Спускаюсь. Пока оружия нету. Горе уходит наверх. Наверх уже ушел? Да. Где именно? Точно. Как метку поставь? Куда ушел? В какую сторону? На моей. Какая да. Твоя, блин, где Макс желтая? А, туда ушел, да? Да, я его там видел. Понял. Передо мной. Передо мной, идите ко мне. Хорошо. Может, стрим снайпер какой-нибудь. Скорее всего, потому что он один. Соу против склада зашел, хотел что-то. Он услышал, да, стрим, что сейчас мы его убивать пойдем. Он даже не все пролутал. Побежал. Еще кар есть, если надо. Компенс даже не взял. Человек какой, а? Засранец, компенс не берет. Аптечку ему. ERK48LIP. Здорово. ERK48LIP. Приветствую тебя. Я приветствую тебя. Говорю тебе,
Привет. Кто со снайпы стрелял? Привет. Точно не я. Я в другой стороне. Да, поврубили. Буду сесть поудобнее. Так. Ни одной аптеки нет, если что. У меня две, 15 минцов. Мне обвесы нужны. Вертикалки, компенсы. Все. Вроде на машину сели они. И звук мне не изменяет. Так, что делаем мы? Так, как у вас там дела по аптекам? Минька? Я поставил. А аптеки? Три штуки есть. Три штуки. Вообще нет аптек. И у меня тоже нет ни одной аптеки. У меня два энергетика. Вот как в прошлой игре было у меня два энергетика, так и сейчас два энергетика. Вот нашел автомат с энергетиками. Сегодня у меня три энергетика. Нужны аптеки. Сейчас подойду, принесу. Мне нужны твои аптеки. Так. Куда ж вы без меня? Ой, Суфок. Блин, Суфок, рассказывай, а ты где живешь? Суфок, спасибо за примачок. На YouTube, ой, на ютубчике. Хочешь ли поиграть ты? Следующую игру хочешь поиграть с нами? Компенс есть. Кому компенс? Я бы взял. За аптечку? Конечно. Спасибо, Суфок. Рассказывай. Одни снайперки, куда не зайдешь. Еще один компенс есть. Нужен еще кому? Да, мне нужен. Да, нужен. Я могу даже за ним подъехать. Офигеть. Прям огорошил меня этим. Одну аптеку нашел я. Так, о. На всякий пожарный, вдруг, если кто-то пойдет, я машину заранее поставил перед укрытием. Добиван недальновидный, он остановился здесь, когда это поэтому сядет, его убьют. Как где? Он валяется на земле. Ты его компенс что же? Я взял. Надо валить. Макс, как у тебя по... Машина есть. Там грузовик еще есть, если надо. Добиван не надо. Останешься на этой тарантайке. Ну смотри. А, Киев, понял. Я лучше посмотрю, спасибо, пишет Сувок. Понял, Суфок. В любом случае, спасибо за примачок, Суфок. Сюда, приятного тебе просмотра. Рад, что есть люди, да, которые
вот, живут не в России с возможностью подключить Примак на Ютубе, да? Потому что сейчас вот русскоязычная аудитория Примаки подключить не может. Нету этой возможности, ребят. Спасибо, что есть вы, что подключаете. Это помогает развитию канала. Ку, она, он на компе пишет Q-Rezi. Нет, я на стуле. Вы куда? Пишет Мурат. Спасибо, вы куда? Что за игра? Игра, да, ему ответили, это пупк. Потом спросил, вы куда? Мы едем в зону, а ты? Пока метку ставил, ну кто здесь этот стул поставил? Машину наверху слева на 120, по-моему, не респаун. Нет, респаун, респаун. На дороге она всегда спаунится, да. Так, зона, 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 зона. Ну что мы делаем с такой зоной? А что мы делаем с такой красной зоной? Мы можем... В принципе, она только сейчас появилась, успеем проехать. Можем на красную подъехать. Правда, сидеть мы там будем долго-долго. Надо быстро-быстро отсюда сваливать. Сказали, сейчас артобстрел будет. Отлично. И давайте красную занимать, топ-1 занимать, забирать. А что за выстрелы? Это бот, что стреляет? Я посмотрю одним глазком. Только одним. Одним. Мне кажется, это бот, не? Да, это мега, это бот. Ой, откуда у меня 3 килла, ребят? Я даже ни одной патрона не выпустил. Что за бред? Что случилось? Тут под колеса? Тут под колеса, что ли, мне? Пятерки надо кому-то? Намотало на колеса? Да. У меня 8. Аптека там у этих ботов есть? Возьми. Я даже не стал лутать. Это напрягает. Напрягает, когда одна аптека? Ну, значит, сделай так, чтобы по тебе никто не стрелял. И тебе не понадобится 10 аптек. Прицелы нужны еще и 3, и 4, и 6. Такого масштаба. Тут восьмерка на мне есть. Восьмерку сбросил. Бегу, бегу, бегу. Я думаю, Добиван хочет восьмерку мне, наверное, отдать, да? Ну, смотря, что взамен. Четверка. У меня на кар как раз восьмерка бы пригодилась. Спасибо. Так, а четверка где? Четверка? Да. На, держи. Я думал, ты забудешь. Да что это за жирные числа? Я думал, ты... Десантный самолет недалеко вызвали. Но уже не успеем.
Я вот думаю, может в Ладанзиту съездить, поискать. Ну, они приземляются. Причем приземлилось только два человека. Вот сюда, остальные куда-то в другое место. Чат вот так вот. Ждем круг следующий. Тут вертикалка есть, четверка. И, кстати, мало что не просто за рубежом, да, Суфок вот, да, к примеру, а из Киева. То есть не где-то там, вот, допустим, там из Германии, из Литвы, кто вот у нас подписки, да, делают, а из Киева. То есть спасибо, что у тебя остается хорошее отношение в мою сторону, нашего канала. А то с той ситуацией на Западе у многих мнения меняются кардинально и очень меняются люди, конечно. Центр зоны. Да? Опа. Смотрите, сколько их там! Это что такое? А, или их четверо. Блин, я подумал, что их там 5 или 6 человек. Мне хорошо дали. Если бинты есть у кого-то много, то я возьму. Ребят там хорошо играют, аккуратнее. Он подъехал. Нас они хотят пушить, ребята. Один чуть левее подъехал, 220. Аккуратней. Нас пытаются выбить. Вон он стоит за камнем. Да, я вижу. Еще один правее камня. На красной метке один, аккуратней. Или они между собой перестреливаются, или не вместе? Аэроплан. Пошла высадка. Да, Иван, а ты что там делаешь? Если тебя нокнут, мы не побежим спасать тебя. У тебя сзади аэроплан. Надо держать оборону здесь, все вместе. Подходит ближе. Метку поставил, красную. Близко у нас. На синей метке. Подошли к нам. Еще один дальше на горе. Макс, их там трое. Ну ты зря подошел. Я одного нокнул. Нокнул еще одного. Так, он может тут успеешь. Успеешь, Така, поднять. И аптечка, если есть. У тебя слева аккуратнее. У вас прям за домом, я подъезжаю в упор. Давай, аптеку. Все, закрыл.
Фух, красиво, что так и спас. Молодец, молодец так. Молодец так. Уйди. Медицины здесь много, правда, забрать ее надо. Как они хотели нас выбить-то отсюда, а? Супер позиция, надо укреплять оборону. Аккуратнее, аккуратнее, смог рассеялся. Могут попасть. Так, я пошел. Я забрал две аптеки. Давай. У меня 4 аптеки, могу дать. 3 энергетика только. У меня одна. Бустов нету. 3 энергетика. У кого еще по бустам что есть? У меня 0. Часть у меня. Поделись так. Да, сейчас я подойду сам. Так, идите ко мне, кому надо, да, мне только. У меня аптека только одна. Если есть аптеки, вот туда. Я дам аптеку. Меняемся не глядя. Я тебе бечевку, а ты мне 3 аптеки. Так. Привет из Киева. Пока есть интернет у нас. Пишет Айнагуль. Айнагуль, привет-привет. Надеюсь, с вами все хорошо. Ой. Рад, что смотрите нас. С машины, Куэрзи. Чего с машины? Олег Крузский, привет, если не здоровался. Я тоже хочу играть, пишет Мурат. Ну смотри, перед тем, как нужно играть, нужно компьютер иметь. Есть компьютер, нет? На холме двое, трое. Можно, конечно, и в мобильную версию, но с нами это никак мобильно, через мобильную версию здесь не поиграть. Близко. Опять? А вы что здесь трое вдвоем делаете со мной? Там под горкой на синий. Уже чуть-чуть левее прошли. И проехали. Прям здесь. Я не понял. Тихо, стреляю. На тебе. Так и не спасти? Ну, не знаю. Держись с маком. Уходи сразу. Уходите в дом, уходите в дом. Такое чувство, я вообще ни разу не попал. Тридцатку зажимаю, и урон, я не вижу, чтобы урон попадал. Как будто бы я в текстуру. Вот на первом бронике вроде лежит, посмотри. Про этих багистов говорил, что у нас в упоре, или еще кто-то да, был? Да, про них. Так, зонта ушла. Вот это плохо, да? Но нам вот это место надо занять на красный. Блин, броников не вижу. У нас одна машина есть. А, посмотри в труп, который здесь убивали. Это которые? Ну вот которых изначально убивали. Первых. У дома, которые у синего. Да. Так, я попробую доехать до красной сразу.
остался кто-то в смоках или нет? Так, вот так, поехали. Ребят, жду вас здесь. Я на машину, чуть вперед надо проехать, я не вижу никого. Тачку-то будем сейвить в зону? Конечно. Да, сюда, конечно. Успел нокнуть и еще за камнем. Хаешку за камень. У нас... Или так, у тебя? А, ты бежишь. А, на машину садимся, уезжаем. Красиво. Вниз надо спуститься. Вы готовы? Готов спускаться? Садись и поехали. Поехали сразу. Сразу поехали, спускаемся. Ныряем, прям ныряем. Блин! Вышли, выходи. Поехали. Пока! Попал по ВМщику. У меня медицина 0. Добиван, есть хотя бы бинты? 4 аптеки у меня есть. Чешется, блин. Под ложечкой сосет. Я тебя подписался, я еще лайк поставил, пишет Мурат. Красавец, Мурат, красавец. Сюда, Мурат, сюда. Так, надо двигаться в этом направлении. Подожди, а что я метку? Метку поставил, не вижу свою метку. А где моя метка? Ну, я через текстуру вот сейчас увидел. Двигаемся через справа идем. На крыло самолета можно зайти, да? Под нами, прям под нами. Блин! Два человека, да? Слева один. Один остался. Возможно, в доме последний остался. Москитка остался последний. В каком он доме был? Нет, где-то в красном. В одном из вот метку поставил. Слышите, разбился? Да, выпрыгнул. А, это он обманку кинул. Так, Добиван, прикрой меня, я сейчас сделаю... Непростительную могу ошибку сделать. Извините за крики, чат. Да мне персонаж не прыгнул. Я так и знал, что такая ситуация будет.
В этом доме у меня. Все, он здесь зажался. Все, он, я его зажал здесь. Этот дом не в зоне, ему потом бежать. У вас. А, он сгорел. Нет, я понимаю, что он не в зоне, но зачем ему давать шанс, чтобы он мог выйти с любой точки, с угла какого-нибудь и... А так, мы зажали, он на втором этаже, ему только с окон спрыгивать. По лестнице он не спустится, я его с дробью забью. По-моему, отлично сработали, да? Естественно. Как так? Атака на последние секунды. Макс, подой. Ой, я не могу. Да. Просто уверенно сыграли по тактике. Красиво, красиво, молодцы. Тактические 23 урона. Ну, а какая помощь? Вон одна помощь там написана. Это помощь? Это вот как раз ты Макса поднял. Это вот это один, одна помощь. Она очень много значит. Вот именно. Эта помощь могла определить всю игру, по сути. На самом деле. Так, добавляю пятую так, победу. Это был главный момент в этой игре, переломный. 9 убийств, да? 9. И 53 килла. 53 килла. Добавили. Да, вот подмечают здесь, добиван хорошо с хаешки убил там. Когда за камнем там был или с... Там пятерых или шестерых, я думаю, ты убил. Хаешкой. Там вообще много было. Там толпа была людей. Спасибо, молодцы, что обращают внимание. Ну, естественно, люди это видят, они хорошие запоминают. Да, зрители наблюдательные. Что было, то было. Тут, как говорится, правду никуда не денешь. Да. Народ не обманешь. Конечно. Вот именно, да. Зрителя не обманешь, он видит, кто какой скилл показывает, поэтому все в порядке. Ну что, куда дальше? Давайте, на такой же мажорной ноте надо и эту игру забрать. Когда нас возглавляет верховный главнокомандующий Ахилл, то только победа. Но я думаю, мы должны высадиться там, где у нас очень хорошо отработана вся высадка, где были проведены не одни часы тренировок. Много ушло денег на вообще подготовку нашего личного состава на высадку той определенной территории. Мы ее там всю знаем, как подноготную. Вот, поэтому для нас будет не проблемой высадиться очередной раз в госпитале плюс бананом. Принято. Плюс, получается, госпиталь, да? Если у нас будет сквад, то мы остаемся все в госпитале. Если никто не полетит на нас, к нам в госпиталь, соответственно, делимся 2-2, банан плюс госпиталь. Здорово, Владислав, привет. Принято к исполнению. Спасибо, ребят, кто подписывается, всем огромный респект, вы все знаете. Хотя, ну, те, кто, конечно, подписывается, кто впервые там на канале, естественно, они не знают, но... Знаете, я на это редко обращаю внимание, но слышу, вижу, всем огромный респект. То есть не акцентирую внимание, имеется в виду, я на стриме, но я вижу, ценю. Да, кстати, в описании написано, есть, когда ты заходишь на канал, на YouTube канал, на наш канал, там есть такое описание канала. В этом описании канала написано, откуда я. Написано также правила чата в этом описании. Верховный главнокомандующий, да, сетап. Привет. Спасибо, Артем, спасибо. Мы на следующей неделе по плану в субботу
поиграть со всеми желающими. Так что все, кто захочет поиграть, в Discord присоединяйтесь. Также будет, как и на прошлой неделе, у нас организованы и в Дискорде специальные очереди, куда люди будут заходить по 3 человека, и мы с каждыми будем 2 игры играть. То есть я сыграю с одними 2 игры, спускаюсь в следующую очередь, с другими играю. В общем, вот такая вот тема. Что такое Дискорд, как к нему присоединиться, как настроить микрофон. Есть специально отдельное видео по Дискорду, тоже у нас на канале присутствует. И вроде в описании там есть прямая ссылочка на эту тему. Потому что частенько бывают люди, которые сталкиваются с этой проблемой. А как, а что, куда зайти, что такое Дискорд, как присоединиться. Сложно, очень сложно что-то самому разбираться, неохота. И так голова загружена работой. А тут еще и что-то тут надо думать. Все задумано, придумано за вас. Только посмотреть, послушать и сделать все точно, что там написано. Тук-тук-тук. Здравствуйте. Круг опять наверху. Интересный круг, хороший. Правда, в прошлый раз, да, я помню, у нас погибли 2 человека. Мы с Максом остались вдвоем. А потом мы с Максом такие поднимаемся вдвоем наверх. Макс, и помнишь, что было? Машинка приехала. Ага. На даче. 4 мужика приехали и убили нас. А мы как бы... Короче, на моей крыше 2 четверки лишние. У меня есть 4. Окей. Там спроси у Добивана, Максу, если им надо, надо взять. Еще надо. Возьму пока. Так, мы же все когда в чате падали, там видели, да, один склад. Да было что-то такое, да. Была история. Можем, кстати, также еще и мосты перекрыть. Так, с ручками бегаю, с ручками в госпитале, чтобы быстрее бежать, быстрее лутаться, быстрее в повороты входить. 7 пока оставляю здесь. Так, здесь выбрасываю. Так, здесь это подбираю. Надо, это нам не надо, это берем, это не надо. Так, это подбираю. 7 скидываю в центре. Так, а здесь я лутался, да? Забираю 7, скидываю на первый этаж. Так, ищем. Так, есть ли что-нибудь на дальничок? Пока нету. Так, 4 нам не нужна. И... Еще 1 четверка. Опа, здорово, еще. Парень, ты куда бежишь? Помощь надо? Нет. Он это остановился здесь, на мотоцикле. Причем остановился на дороге и пешком побежал в компаунд. Странно. Что это он решил там выдумать. Ничего нет на дальничок, вообще ничего. Так, ну мы тогда берем 7 в запасах, у сколько хватит. И бежим. Может, мы можем найти или кар, или СКС, СЛР. Аптеку надо взять, да? Если найдете иксы, там, от 4, скажите, чтобы я выкину. Да, навряд ли. Как-то грустненько.
да, их 4, да? Да. Так, сейчас, тогда к тебе перебираюсь. Осторожней, там уже драка. Не знаю, уехал он, не уехал. Пробьем на всякий пожарный колесо. Так, все семерки пока скидываю. Все равно нету у нас возможности. Вот и странно, блин, повысили огромное количество да, и снайперок и ДМРок. Ёшки-матрёшки, где они? Ну, кстати, то бывает, вот, допустим, у нас была сегодня игра, там три снайперки на одном уровне. Три, то во всем корпусе вообще ничего нет. Как не поднимай рандом, все равно может так зареспауниться, что ничего не будет. У меня в доме есть две СЛРки. Две СЛРки у тебя в твоем доме. Скинул под четверку. Так, ну, я видел только что в общаге двоих. Так, буст, буст. А еще у меня есть парашют. АЕшка. Хил на красной метке, да, там парень? Ну, по крайней мере, он был там, туда. Сейчас попробую скрыть. На мотоцикле. Посмотреть. Потому что он, конечно, взял машину в... В этом в гараже и уехал. Ой, наконец-то нашел. Так. Как же мы... Так, я аптеку... Так, надеюсь, с аптеками у всех все хорошо? У меня 4. Две. Одна большая, нормально. Так, что, куда? По бустам как у вас, нормально все? 6 энергетиков. 2-5, нормально. 3 синих. Макс, тебе все, четверка нужна? Только что нашел шестерку. Понял, да, выкидываю. Макс, а у тебя еще раз транспорт есть, нет? Нет. Через за дальним заеду. Ребен, ты как-нибудь это скучковался бы стака. Бы. А то че же я? За вами. Как в детский сад и в школу заезжаю. За детьми. Так, хаешкой взорвал парень сам себя. Останавливать здесь не буду, опасно. Такие машины брать, особенно дачи, которые очень медленно разгоняются и для снайперов. А легкая добыча. Здесь. Вышли. Куда ты, парень? Снимай, смелее, да.
Кстати, в прошлый раз мы тоже сюда подъезжали, тоже был один, да? Макс, помнишь, да? Да, но тот лежал в траве и не сопротивлялся. Уже не сюда это, причем с опозданием сюда подходит. Есть, вижу! Направление. Возможно, бот. Бот, скорее всего, по движением. По движением бот. А вот спине не бот. Тебе по спине кто-то выстрелил из леса, да? Не вижу где. Вообще не вижу. Макс, аккуратней, где бежит ты? Бежит контейнер. Еще с 320 с леса где-то. Где вот это? 340. За преградкой, да? Пригоркой? Так, что, садимся, уезжаем? Макс, ты готов? Да. Поехали. Тише. Хорошо. Так, что, мост никто не поедет, да? Ладно, окей. Погнали. Не будем мост мы закрывать, оставшиеся там 40 секунд, плюс-минус минута. В надежде, что кто-то проедет. Лучше попытаться занять красную метку. А это уже 50% победы. Этот компаунд очень сложно выбить, к нему сложно подъехать. Поэтому с ними там не заняты, мы сейчас займем. Там, если в доме есть что-нибудь на МК-12, там легкая рукоятка, какая-нибудь вертикалка. И ДМРочка, если будет. Так, ну, у нас пока самая лучшая позиция. На карте. Посмотрим, куда круг уйдет. Маловероятно, что он к нам будет сходиться. Это слишком. Это. Что, слишком жирно? Это то же самое, что если три раза открыть ящик, укрытие и три раза золотой ящик достать подряд. Вот то же самое, такие же шансы. А кто не знает, только вот сегодня открывал у нас Акира три ящика подряд. И три раза выпал золотой ящик. Понимаете, как это вообще что-то такое может быть в принципе? Я вот не знаю. А ты заметил, что Викенди не падает вообще с сосновкой? Очень есть парашют.
Так, сейчас я думаю, да, или на красную, или... Так, поехали в любом случае сразу. Парашют, это нам не нужен здесь. Сейчас доедем сюда на красную, там посмотрим, есть ли кто внизу в компаунде. Что ты говоришь, не падает Викензи? Так ее убрали, карту эту. Ее вернут не скоро еще. После вот этой ночной карты, которую добавили, вначале добавят этот Параму. Выходим, зажимаем. Выбил. Бегите пешком, мы с стака поехали. Вижу нокнутого. Смотри-ка, он это, друга-то своего не стал бросать. Это шансы, ну какие шансы, что ты поднимешь? Во-первых, трехколесник, пока ты развернешься на нем, заедешь обратно на гору. Ну, что, машину подогнать может? Зачем? Ну, что, не нужна машина? Не то, чтобы она не нужна, мы сейчас обратно вернемся. Там ДМРок нету? И МК-12, если тебя интересует. Смог добавляю. Внизу аптек куча. Если что, у меня вторая. Третий броник здесь есть. Ну я возьму. Второй скинул целый. Пятерок, у меня 170 на две пушки. Маловато. Да пойдет, куда деваться-то. У меня 8 аптек. Я приму, но только 2. Ой, тут БТР ездит по полю. По полю БТРка? Точку поставил, он спускается вниз. Кемпу. Понял. Минимум 2-3 человека там. Ахилл пятерок дам. Взял сколько смог, остальное бери. Так, а куда БТРка заехала в компаунд, нет? Не вижу. Или она да, на... Да, в кемпе. Подожди. Не в кемпе. В каком? В нижнем? В нижнем, да. Не на заправке? Есть. Все, вижу, но уже все вижу. Но он уехал. Один из них крутит направо. Кто? Ну, в нижнем кемпе. Куда направо он крутит? Ну, вот он, он обратно перебежал. За дом. Кого он собирает крутить? Собирается крутить. Да, БТР-ку надо будет сразу коцать, когда будет выезжать.
Потому что она может игру так, выиграть. У меня люди идут. У меня люди идут из зоны. Помогать. Собираем все силы. Как минимум трое. Ага, вижу. Пустим их и закроем. Блин. Тако! Сзади, по-моему, стреляет, не? Один на зеленый. Справа от дерева постреляйте. Который это... Ух, чешется. Okay. Ух, чешется. Ай. Конечно, не надо было. Надо было подпустить их поближе. Sorry. А то ты, мы стоим, ждем, чтобы удачно. Ты подбирал ду-ду-ду-ду, первый начал. А я думал, вы ждали меня, ребята, да? Ну, им на нас надо идти. У них вообще никакого выбора нету. Ну, разве что только тачки есть и как-то их закрутят. Они пешком шли. Так, по мне с СВ стреляли. Вообще, кстати, под компаунд открыты. На синей метке там люди, БТР-ка, все такое. Я максимально лево смотрю. Вы смотрите, если они право будут крутить, я буду чисто лево смотреть. От зеленой и желтой метки и все налево, да, синей зоны я смотрю. Бегут слева, слева! Хорошо. Молодцы. Молодцы. Эти только двое. А их же трое было, не? Смотрите, справа. Смоку еще один. Да-да-да. Вправо кто-нибудь поглядывайте. Может, один крутится что через налево? Справа. Смотрите, может, один кто-то справа крутит. Добиван, смотри, право. Их двое здесь только всего лишь было. Ладно, я пойду право смотреть. Все, минус он сразу. Так, я к, жел... к, ж... к даче бегу, желтый. Сейчас надо будет всем расстреливать БТР-ку. Да. А синие метки ушли уж, да, с кемпа? Вижу внизу. Отметил дерево. Блин, пока метку ставил. Надо поднять. Макс, не нокайся, не нокайся, не нокайся. Меня поднять надо, Макс, поднимай. Не подпускайте его. Так, я отойду дальше. Так, вот так, жить, 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 жить. Лево закрутили. Добиван, ну что ты? Очень лево уже на 200, на W.
Не нокось, не нокось, не нокось, так, не нокось, не нокось. Левее прокрутил от смока на 240. Понял. Левее или еще левее смока или нет? Куда? За горку? Еще левее. Прям еще за горку, да? Еще, там еще один. Понял, понял, понял. Может, отойдешь лучше тогда от дерева? Вот к следующему дереву. Вот этот кон подойди. Да. Слева он. Синяя метка, хорошо. И не в зоне еще. Стреляй же, блин, така! Да меня почти нокнули. Макс, нам нужна помощь. Нет. Бегу. Дерево, бежи к дереву. Николайте. Ну ты не отползешь за меня? Ну ладно. Блин, смог слева, расти. Слева, Макс! Ну, тут я ничего не могу. Я хотел попросить у Така каски, конечно, но прям стеснялся я. Да не стесняйся, говори, снимай себе все. Живо. Мне же с ВМ сняли каску-то. Я сейчас проиграл только из-за того, что у меня каски не было. Ладно, в любом случае это было классно. Я все на сегодня. Спасибо большое за игры. Давай, спасибо. Пока. До спокойной ночи. До следующих сабдеев. Я, к сожалению, тоже на боковую. Давай, Макс, пока-пока. Спать 3 часа осталось. Давай, доброй ночи тебе. Добрый, приходи еще. Все, спокойной ночи. Давай. Спокойной ночи. Сегодня будет еще, нет? А че, с кем? Так, с тобой не вдвоем? Знаю. В дуо? Я не знаю, я просто спрашиваю. А, Кир, ты здесь, что ли? Ага. Ну погнали, еще одну сыграем втроем. Так, Гош, будешь одну? Убого. Гош, привет, будешь одну в Пубога. В дуо, Артем. Ну вот видишь, есть еще Акира. Сейчас я еще у Гоши спрошу. Гош в сети, вроде он не стримит. Сейчас, может, Гоша еще будет одну. Чтобы в сквадом целом быть. Снимай себя все, так, все живо, так и поженился, да? Пишет Алекс. Всем удачи и пока, Хилл, спасибо за стрим. Я отдыхать, старый старичок. Давай отдыхай, конечно же. Старичок, ты наш старичок. Давай, отдыхай. Тройничок замутит. Да подожди, сейчас мы это... Сейчас я спрошу у Гоши. Ну, точнее, я спросил, ну, будет ли, зайдет ли. Я посмотрю, может быть, он... Так, Дискорд. Ой, Дискорд. Подожди, а Гоша у меня где в Стиме-то? Ага, не в сети он. Дай-да-дай. Три ствола развалит топчик, думаешь?
Ладно, погнали. Передавай привет Такенскому. Такенскому? Да ты уж передавали же, Алекс. Ты же вот передавал, нет? И я спать, доброй ночи всем. Давай, Алекс, доброй ночи. Вкусные слоечки тебе, пока-пока. Сегодня на стриме, кстати, не слойку съел. Ромовую бабу. Надо, кстати, почаще их покупать. Вообще хорошо заходят на стримчики. Прям замечательно, очень вкусно. Сейчас последний чаечек вылью из термоса, сколько осталось. Ой. Привет, Калаш 616, привет. Акил Александрович, приветствую. Хам в трениках, привет. Поменял меня на бабу, так сказать. Да не говори, Алекс. Тоже захотел ромовую. Да-да, вообще, ты понимаешь, с чаем. Особенно, знаете, чай должен быть... грамотный. Я вот и сегодня еще чай, вот ради интереса, попил тесс-чай. Знаете, есть такая тесс-чай. Так вот. Блин, абсолютно не то. Потому что последние полгода или год, наверное, я пил Шипуэра, китайский королевский чай. И вот решил вот тот, который пакетик, который продаются в магазинах, копеечка, говорю, пятерочка, магниты, вот караваны, все вот эти... Ашаны, если мы берем опять же Москву. Вот этот обычный тесс-чай, да, или Гринфилд. Блин, абсолютно не тот. Вообще, такой, как будто вообще нету вкуса. Безвкусный чай. Пакетный. Который можно пить только с сахаром. Без сахара его вообще никак нельзя употреблять. Давайте вот сюда. А этот, который я пью чай, да, он без сахара употребляется. Абсолютно. Он очень вкусный. У него прям вот этот аромат. Он очень такой изысканный чай. Изысканный. И сейчас из-за, опять же, вот этого... Из-за цен повышения, да, он сейчас на Озоне 2000 стоит. То есть раньше 1000 был, а сейчас 2000. Офигеть. Надо было еще тогда покупать несколько рулонов этого чая. Что говоришь? Да, не туда выпрыгнул, короче. Ну, сейчас прилечу. На машину, может, Акир сразу пойдешь сзади, который у тебя по дороге? Ага, у нас слева. На траке склад еще один. Угу. Так, посмотреть, думаю, где так-то летит, да? Топчика были, хам, были топчики, да? Вот сейчас топ-2 было. Проиграли перестрелку. 4 в 4 перепроиграли мы перестрелочку. Увы и ах, перестреляли нас. Ну, куда деваться? Не всегда же выигрывать, правильно? Слышал ли про раздачу в Амазоне? Что за раздача в Амазоне? Не знаю такого. Ну, там обычно постоянно что-то раздают, Амазон. То есть покупаешь прем-аккаунт... И тебе, вот значит, в этой или в той-то игре будут такие-то скины. Это не только с PUBG, это во многих играх так. С Amazon Prime связано. Шапка была где-то. Так, я готов. Четверка не нужна никому? Так, ты идешь?
Полутал? Нет, что-то нет ничего. Патронов. Ну что, у тебя 4.16? Пятерки нужны. Вообще ноль? Ну, у меня только в магазине есть. Ну, на тебе. Я 50 у меня осталось. Поехали синие убивать. Кинул. И четверка нужна? Да. Кинул четверку. А вертикалка нужна? О, это мне надо. Уже так забрал, поехали. Подожди. Тут девятки не сказали, что есть, это у меня. Они уезжают. Поехали. Поехали. Куда уехали? В лес? Наверх? Вправо по дороге. А, вправо по дороге, понял. Они даже не разбили. Интересно, чисто по дороге уехали или как? Это я хз, я уж не видел. Он справа стреляет от... Это бот. Боты, наверное. Да-да-да, такие выстрелы боты делают. Жестко. Это было красиво, да, Акер, молодец. Так, давай тогда смотреть вот это место частенько. О, Акер! Колесо прострелил! А! Да, лутанитесь. Бедолага попал под раздачу. Все залутали, что ли? Окей, ладно, поехали. Есть прицел любой. Мысли. Я без прицела. А что ж ты в том компаунде не говорил, что тебе что-то надо? Коллиматор или голограф бы. Ладно, сейчас выбью. А, я с пистолета снял. Отлично. Так, если он ехал оттуда, значит, твои друзья должны еще там быть. Если он на мотоцикле поехал, значит, у них есть свои транспорт, они должны сами добираться. Это был разведчик, типа Гоши. Да, вот тут склад падал, кстати. Вон, бежит. Хаты, мы не можем пройти. Да, я понял. Не надо. Еще один у меня. И у нас последний. У меня двое. Прибегайте ко мне. Ко мне подбегайте. Их ничего себе, красиво он. Где он? Слева выйдет, справа. Как? У тебя, с твоей стороны. Ну вы чего ж так долго? Глак-то есть еще? Да. У тебя 5 патронов, Акир. Вот тут слева за стенкой был, вот за этой, да. Поднимайте. Он поднимает тиммейт. То есть, ну... Аккуратнее, Акир. Так, не торопись. Здесь смогу? Да, просто стой здесь. Так, стой на углу. Отбегают они. Один за камнем. Один смоку. У меня второй здесь тоже. Да, ну, забор он. Вот здесь на заборе он.
Один на камне, другой у забора. Ой, хорошо, Кир. Это которого? Это... Это камень, это камень. Молодцы. Играйте, играйте. Дальше я с блока вернусь. Я пока пойду в туалет схожу. Дайте, играйте. Так, сейчас приду, чё. Ах, тут сзади шмуля, наверное, бот был. Спиной так чисто. По пульке. Семерок скинул много. А мне не надо. Ехать надо. Зовут Тося. Устов много. Фобус сделай, поедем. Там тачка едет. На мотоке слева, типа. На горе. В смысле, я уже здесь? В смысле, я уже в глоке, ребят? Пьешь? Господи. Поехали дальше. Блин, наши руки еще мокрые. Сейчас кто-то должен сказать, ты че же, на руки что ли ссал? Ой. Там смоки справа на 100. Да, хил его как бы резнулся, надо в зону куда-нибудь. Ну да. Прицелов нету. Там, кстати, могут быть, да? Конечно. Спокойно. Скорее всего, есть. Блин. Хи, у тебя зона идет. Я знаю. По дороге. Два битых без лица. Эх, как же им повезло.
С миномета кто-то стреляет. На красный. Ну, вот эти, наверное, могут ждать нас теперь. Че, на синий есть у вас? Наверное, 50 на 50. Ну, сейчас пешком пройду, гляну. Ты можешь подъехать, Тако. Я сейчас упаду туда. Сверху глянь, Ахил, пока тоже будешь падать. Ну, естественно. Я могу на дроп приземлиться сверху. И спуститься. Кстати, рядом со мной летит мужик. Он на дроп летит. Три мужика летят. С гулака трое летят на дропы. И их тиммейт ждет их там внизу на машине. Вижу. Он пытался приземлиться, он сейчас упадет. Он нокнулся. Он нокнулся? А, он пытался приземлиться, нельзя, было? Не забывайте, что здесь у нас еще. Там два в ноке. Не вижу. Под смоком. Машина по мосту. Еду сзади. Один хп в одном. Выбито. Блин, мне два дерева мешало. А у вас семерки есть? Не-а. Как бы у меня 13 семерок осталось. У меня пятерок тоже ноль. Я могу дать тебе немножко. Мне семерок? Не, пятерок. Это убить бы кого-нибудь. А мне семерочек немножко. Бля, нету. Ахилл, у тебя аптек много? А вот семерки есть. Там много трупов на горе. Сейчас война идет. Че ты аптека? 4 аптек. Тебе нужны аптеки? Не-не-не, у меня тоже 4. Вертикалка, берил. Мне узел маги нужны. Смоки на горе. Труп будет латать. Так, значит, что мы делаем? Что мы делаем? Я, наверное, в этот угол забиваюсь. Беру дрон. И взлетаю. Так, выйти из дрона левой кнопкой. Выйти левой, а зайти тоже левой. Запомнили, да? Левой кнопкой зайти в дрон, левой кнопкой же выйти из него. Красный один хп. Спрятался. У вас что же, патрон что ли бесконечный? Стреляйте, 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 стреляйте.
По мосту, по мосту, по мосту, по мосту. Кто-то еще по нам. Это легко. Еще там на той стороне моста есть. На той стороне моста. Грузовик там. А, вон там вижу, на желтой метке. Двое минимум. Туда как раз эта машина подъехала. Зона суперская, надо топчик брать. Один вышел, левее бежит. А, возле оранжевой метки. Сейчас с горы будут спускаться, ребятки. И там еще бегут туда же. На красном. Откуда, говоришь, будут спускаться? Тут те с горы должны. Не сейчас, но в общем, у них сейва мало. Берег полностью чистый, никого не вижу. Ни под мостом, ни у берега, ни слева, ни справа все чисто. Зашли. Так, у нас бежит одна цель, которую можно залутать по мосту, но он пешком. А, все, по мосту вижу, вижу, да. Может приблизиться, да. Поближе пусть подойдет, думаешь? Конечно. Не пались только. Сейчас у него патроны заберем. Сладко, а? Смотри, можно не доходя его... Давай. Готово? Короче, лево максимально. Чекать его. А где машина? Где машина? Я сяду на машину, убью его. Нет, он левый, левое сено. Я его так не убью отсюда. Вы мне скажите, где тачка-то у вас? Вы же А, вот вижу. Сейчас все сделаю. С правой стороны еще попнешь. Он справа стоит. Я его сейчас... Тебя. Я понял. Тако? Блин, патроны. Если пятерки будут, будет супер. 7 аптек у парня. Заберу все пятерки. В смысле, ты заберешь все пятерки? А так у него не было 70 пятерок. А, так мне и не нужны пятерки, господи. 75 внизу. Восьмерку возьму, четверку выкину. Ты семерки выкинул, ахил. У меня 260, я максимум. Дропа, прям близко, 300. Так, у тебя баги есть. Че, мы с дропом что-то будем чихчирикаться? Можно, я могу задробать его. Смотрю. Вроде никого нет. Тебе? Новое оружие, да. По тебе скорее. Я не буду брать. Что за новое оружие? А, по 90? Одинок. Дерево левое. А где еще? А вот хз, там еще карщик был. Вижу. 300. Камень.
разок попал по нему. Еще разок попал. Это вы про синюю метку, да? Нет, теперь вот синюю. Так, еду обратно к таку. Надеюсь, справишься, Кен. Я должен прочекать здесь в упоре. Вдруг кто подошел? Нет, в лесу чисто, не вижу. Бежал. Дал точку, точку дал ему. Чего, убиваем вот эту тему? Я подъезжаю, кто-то стреляет. Так, ты будешь стрелять? Акира, ты будешь подъезжать или стрелять будешь? Я буду подъезжать. Готовься так стрелять. Нет, внутри, внутри дома. Есть что кинуть? Кидаю я хай-хай. Лох. Не умер. Внутри так же. У меня только флешки есть. Кинь флешку. У нас в ангаре есть один. Вышел из ангара, вышел из ангара, вышел из ангара. Один здесь у меня, на углу прям. Кидаю флешку. Ангара. Зону накрывает. Уходите. А, вы, а ты его убил, что ли? Да, я. А я, блин, тут мансую. Там слева чел с М24 хотел чпокнуть. Надо раскид залутать. Три смока и зона есть. Он на 20 был за... Вот, кидай, кидай! Он будет мешать нам. Не-не-не, мы сейчас к нему подойдем, спокойно. Его дом не особо в зоне. Нормально, нормально. Его выбьем, потом проще будет. Готов эти? Смокам. Акир. Да, то хочешь. Пошли, здесь, иди, иди сюда, иди сюда. Пойдем, пойдем. Справа. Лево, слышал? В хате, скорее всего. Здесь одна флешка.
Давай через лево. Один биты. Ага. Четыре, может быть. Хил аккуратно. Четыре, может быть. За забором 145 один. С дальний дом. Может, на крыше. Да что такое-то? Ой. Разное, два осталось. А, у него ВД было. Хорошо. А, или другой за зоны погиб. Чат, ну как-то так. И Гоша не появился, да? Ну, топчик есть. Топчик ставлю. Вин-вин-вин. Свойство 66-я победа. Есть такое. Плюс 5 убийств. Доброй ночи, Артём, добрый. Подскажи, пожалуйста, можно ли как-то соло-рейтинг играть? Слышал, на азиатских регионе, это правда, да? На азиатские, если переключишь VPN на азиатский регион, ты сможешь играть соло-рейтинг. Да, на Европе, на Русь серверах, в Америке, на американских серверах нету соло-режима в рейтинге, нету. Спокойной ночи, да, Фаракс, спокойной ночи. Я вот думаю, что, закончим, наверное, да? Без 23 время. ХЗ. Че это ХЗ? Я поиграл, я тоже могу. Я только разогрелся. А если да, мы... Вот я тоже, да. Давайте последнюю. Как закончится, так и закончится. Спасибо за киллер, спасибо. Хотя надо было игру перезапустить, да? Потому что лагать может в этой игре. Я 2,5 часа уже играю. Надо было перезапустить игру. Забыл перезапустить игру, потому что 2,5 часа играю, и это чревато последствиями. Будет лагать, игра просаживаться до 2 FPS, и может вообще синий экран вылезть. Еще данку! Да сколько ж можно данку? Еще. Ну, надо хоть немножечко иметь это. Ну, не то чтобы совесть, а... Ну, предел-то должен быть какой-то, что все, я насмотрелся PUBG, спасибо тебе большое. А это еще. Ну, сколько вас влезает-то? А, данку. Че, давайте сюда и упадем. Так вот, да? Тут
желательно крышу надо брать, чтобы все вместе и оттуда дефаться. Ну, чтобы взять крышу, надо взять пушку сначала. Да, поэтому давайте падайте на крышу, на второй этаж. И дефайтесь. Я пока это зачищу территорию. Когда территорию за это зачищу, я к вам поднимусь. Дропом поделишься. Три стука, тире два стука. Это если что я. Откройте мне тогда дверь. Второй успеваем взять, а то они хорошо падают. Нет, они берут, кажется, да, раньше. Нет. Блин, почему все плохо? Ой-ой-ой. За мной, кажется. А вот как раз игру перезапущу. А то у меня все уже начинает лагать. У меня тоже вот. Ну, я поэтому и не перестрелял. Так, давайте. Так, выхожу. Ну, видели, наверное, чат. Хотя, не знаю, зрители часто говорят, что на стриме особо не видно, что что-то там лагает у тебя, не лагает. Но я когда вот взял сайгу и бежал к двери, FPS просело очень сильно. Да невозможно. Ты не лопнешь, деточка. Да, я вот ем, точнее уже съел, получается, сырок под названием глазированный с вареным сгущенным молоком. Вот такой рожок. Отличный перекус написано. Отличный. Я полностью согласен с маркетинговой службой. Это безумно приятный, вкусный перекус. Особенно если вы играете, особенно если вы стримите, сидите за компом, берете холодильничек рядом, открываете, и вот вам замечательный перекус. Супер. Я с Дальнего Востока только начал смотреть, а ты все уже говоришь стрим. Да, стрим. Так оно и есть. А как иначе? А, кинь ссылку на канал Гоши, хочет мы взглянуть на него. Он на стриме в Тарков играет. Если тебе Тарков интересен, то заходи, конечно. Я, если честно, не знаю его канала. Я к нему ни разу не заходил. Вот, но если хочешь, напиши мне в Дискорд, я тебе ссылку скину. Я спрошу у него. Я тебе скину. А с другой стороны, ты можешь его сам найти. В Google вбить его никнейм. Написать стрим и его никнейм. И по-любому выдаст на Твиче, не знаю, на Ютубе стримит он, нет. На Твиче канал точно есть. Стрим 60 FPS, тебе виднее, у меня когда до 150 падает FPS, глаза режет, привык к 240 Гц. Ты привык к 240 Гц? Офигеть. Но я это не скоро, у меня появится 240 герцовый. Я думаю, года через 3 или 4, не раньше. И то надо посмотрим, что там через 3-4 года будет. Может быть, у нас вообще в принципе ничего не будет через 3-4 года. Чтобы что-то купить, нужно не в России жить. Витал, откуда я знаю? Я же не смотрю его. Ну, я не знаю, ни разу не смотрел.
Пай дай рай дай 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 дай. Блин, не знаю, так хочется на сосновку упасть, не могу прям. Ну что, пойдем? Давайте. Главное наружу упасть, а остальное да, дело да, техники. Да, 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 согласен. Давайте каждый по крыше, так. Падаем на каждый на крышу, да, и это, если что. Допустим, если у тебя будет народ на первом этаже, то с криками беги там в мой подъезд. Если что, я тебе открою там домофон. На консьержке позвоню, если что. Не, у меня на телефоне есть специальная программа, называется «Умный дом», и я просто возьму тебе. Ты можешь даже не звонить, я просто увижу там по камере, что ты подошел, и я тебе открою. Хорошо. Верни картинку. Вернуть картинку тебе? Ха. Ты посмотри-ка, что ты... Вернуть ему картинку. Блин, нет нигде картинки. Хотел вернуть картинку тебе. Где эта картинка? Где картинка эта, блин? Ну не знаю, на тебе вот эту вот картинку. На. На, держи. Три склада. Да хоть пять. Хороший настрой. Сейчас пойдет разрывная. Хорошо падаем. Они все сзади, кстати. Ну так, они все получат. Завод беру, да? Сейчас кое-что другое возьмут. Свинца они возьмут. Надо их закрыть там. Сзади, 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 как я к тебе падаю. У меня один. Блин, оружия нет нормального. Да, где они тоже нет. На первом. Миник вот нашел. У меня кар. А на первом. Я понял. Дай, дай пройти. Просто один сюда. Был? Да, да, да. Так, миник выбросил, МК взял. Чат, разрывная пошла. Смотрите, да? Прям вот разрывная. Она просто вот уже летает в облаках. У меня СЛР-ка на первом. Нужна оптика. Мне. Четверка есть. Хочу задушить этих. Задушить, да? Какой же ты жестокий. Я хотел просто ногами затоптать. Я уже кручу-верчу запутать хочу. Че? Аптеку бы одну. У меня только одна. В дальней трешке двое, один ног на втором этаже, да, у меня тут. Блин, оптики нету. Так, не стреляю, там мы, в общем, лутают они.
Все равно, если ног на то. Так, его перебегал кто слева на тройке? Честно говоря, не перебегает, перебегает. Отлично. Я подбегаю тоже. Ну, за камешком его должны поднимать. Один здесь, другой за камнем, другим за камнем. И это трое еще. Так, еще, да, склад остался? Это, да, я закрыл в этом. Кстати, почти в центре. Блин, и дроп летит. Сейчас может уронить. А у нас машины уронил. Здесь нет. Уронил? Близко. Офигеть. 85. Я, может, побегу тогда? Давай. Или ты так хочешь побежать? Или я побегу? Так, а у тех ребят-то надо смотреть? Да, надо. Они же все там, да? Угу. Ну, склад закрылся, склад остался. Нету иксов. У меня четверка, но я далеко. Работай как пугачом. Делай вид, если вдруг побегут на тебя, типа ты опасный. Бам-бам-бам и спрятался. Там два дропа. Да, два дропа. Надо запомнить координаты в голове. Блин, я хочу второй дроп. Я пошел тачку искать. Так, посмотришь, да? Без оптики он посмотрит. Ты нашел, кому доверять. Ну, у меня тачка есть здесь. Я могу и второй дроп лутать. Да, не волнуйся, я сейчас тоже найду. Блин, тут АВМ, тут АВМ. Че, брать, что ли? Против складов-то, ёшки-матрёшки. Не, давай я все-таки возьму патроны, но не буду брать АВМ. Все-таки на МК останусь. А то начало игры, чат, ну что это такое? Я сейчас их выстрелю и буду без этого. Если там будет еще один АВМ, тогда можно уже взять 40 патронов. Это вполне себе хорошее количество. Представляешь, и тут АВМ. Да? Давай я возьму АВМ. Или ты возьми патрон. Ну, ты хочешь прям поиграть с АВМ? Не, мне без разницы. Не, то есть ты прям хочешь поиграть с АВМ, я тебе отдам. Не, я могу патрон взять и тебе отдать так же. Нет, ну ты мне скажи, ты хочешь с АВМ поиграть? Не особо, у меня кар. Не особо. Патрон. Так если ты снайпер. Человек взять. Бери, ты авик на тебя, если ты снайпер. Бери. Надо до вот этого, вот он ноль. Понял.
осталось? ТХЗ. Ну ты никого не видел, да, так? Ну, пока нет. Иксульки будут, если скажите. Кстати, ну да, у нас же Мискар хотел дать... Ой, Мискар, Акир хотел дать мне четверку, да? Так, туда на завод опасно идти. Тройку могу дать, так? Да. У меня ноль аптеки, есть у кого два или три? Только одна. У меня тоже ноль. Даже бинтов нету. Ахил, а где ты типа убил где-то тут? На третьем? Угу. Новый дроп летит, кстати, можно и его золото. Это не дроп. Дроп, не? Нет. Высоко слишком, да? Да, он летит. Не по прямой. Там еще два трупа на метке. Это, короче, так, погнали. Садись, садись со мной. Предлагаю полутать еще, пока есть возможность, вот эту часть. Быстренько пройтись. Поддерживаю. Семерка, семерка, шестерка. Взял шестерку, четверку могу отдать. Это хорошо. Две четверки. На тройке восьмерка. Куча-куча здесь семерок. А восьмерка никого не интересует? Да, наверное, шесть. Мне бы уж четверку или шестерку. Ой. Пятерками могу поделиться. Имеется. Шаптеки. Четверку машины скинул. Или... Я взял уже. Ага. Вилмагов нету. Еще дроплите, по-моему. Поехали так. Иду. А че ты вышел оттуда-то? Я запутался. Катакомбах. Куда там так? Все. Ты сюда кругами бегаешь. Патрулируешь? Я тактик. Еще один энергетик справа, но не будем брать его. Откидки вообще нету. Две хаешки, два смока. С обвесами плохо тоже. Давайте еще быстренько вот здесь тогда утонемся. Акир, тогда те два домика. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так. Пламегас. Пламегас нужен? Да. Кинул. Мне только CV надо, и все. А, все нашел. Я фол. Супер.
Жду тебя у подъезда, так. Штурмуем гору. Ага-га-га-га, и вот... Ага-га-га-га, вот этот дроп наш. Есть-е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 сть. Себя не стреляют. Где еще люди? Все, да? Кажется, да. Фу, я чуть не погиб, блин. 416 без магазина. Блин, почему у меня магазин стоит на МК-12? Дроп на 240 попал. Я подумал, что у меня магазин есть, а чуть не подставился этим. Дверь открыта, но, скорее всего, там лутали эти ребят, которые здесь. Тако, можешь заутать? У нас фул Т3. Кто ты? Я говорю, Тако, можешь заутать? У нас фул Т3. Угу. Так, поедешь? Ну да. Ой, нас УАЗик укатился-то. Ну здесь вот стоит УАЗик. Их УАЗик. Тут еще баги стоят. Бери, что хочешь. Аптек, кстати, ноль. Ты этих не смотрел, кого взрывал? Бля. Че, были аптеки-то были? Ага, должно быть, по крайней мере. Вон, видишь дерево правое за ним, чем метку дам? На тройке, в общем. Че там так? Авик? Смотри, смотри. Так, и красавчик. Гроза, да? Да, гроза. Ты будешь брать грозу? А? Так. Я взял, но семерок мало. Понял. А, семерок здесь много есть. У парня, которого... Ну, я, в принципе, мог бы и отдать. Ну, если ты хочешь поиграть, почему же? Хотя... Ну... Нет, хотя... Хотя, наверное, да, ты, наверное, хочешь... Ты, наверное, все-таки хочешь отдать. Да. Подожди, здесь нету аптек вообще. Ты что говоришь, аптек здесь, да? Вообще нету. Вот ты меня обманул. Вот это ты меня, конечно... Обманул жестко, блин. Если дадите вот на пятерках пушку, то я... Дам, я дам, я тебе дам, дам тебе пушку. А хил ноль аптек? А, ноль, конечно. Скинул. Там дирижабль летит. Аэроплан здесь. Дирижабль. Так, давай ко мне. Угу. Так, значит, как это делается? Вот так. Это так делается. Так делается. Это так. Это, короче, вот так вот, да? Видели? Долетает ведь. Конечно, если я как зажму. Ты еще я сейчас разогреюсь. Ну. Да твою ж налево. Никак не могу залезть. Чё бежит на тройке? Не понял я вас. Чат, тут по...
Что-то нам зоны, да, везет сегодня, чат. Что в прошлой игре, что сейчас. И еще была сегодня игра, где мы на Мирамаре, помните, тоже нам везло. Где топ-1 взяли. Где Добиван был. Макс. Тратишь патрон на ВМ, как семечки. В смысле, я же убил. Ну, потратил 3 патрона. 4 патрона. Еще 30. Еще 30, хорошо. Как раз 30 человек на каждую по одной. На крыше чего, на тройке? Почему я не вижу метку через рюкзак? Не понимаю. Как ты его там разглядел? Так, я пробью колеса. Попал один раз. Чуть я это снизу. Две машины. А, это держабль? Нет, вазик. Кем заехали? Бегут, бегут, 310, 310. Один на желтый, другой справа. Двое нокнуты у них. Один дотек. Бежит, бежит справа. Ой, хорошо. Бежал левее. Ой, друг, ты упал. Упал, друг. Назад возвращайся. Бежит назад. За другом бежит. Испугал его, испугал. Опять нокнулся он. Поднял и нокнулся. Бежит Ашка, другой. Ашка, сзади. Там дальше еще, который вышел из зоны где-то там. Не видите его?
Где-то там на желтый. Он один. Этого на УАЗике там убили всех, да? Угу. Медотек. Пятерки есть у кого? Вот тут должны быть. Здесь вот в кучке. Кучки? А то у меня одна обойма осталась, только 30 всего. Здесь есть. Хоть... Немного. Ну, пойдет. Хоть столько. На безрыбе, как говорится. Так, а нам что? Ирак щука! А, подожди-ка, у меня же здесь еще семерки я откладывал. Забираем. Так, смотрю обстановочку. Видишь его, Акир? Нет, зачем? Где он? Его нокнули. А, его убили. Вопрос, мы как-то компаунд можем взять? Там много было. Да, там бегают, двое минимум. Так, не подъезжай, подожди. Блин. Там что, компаунд надо отбивать? Там еще есть... Как это сделать? Тут как-то неудобно, это жесть. Смотри, это, попробуй его нокнуть вот здесь на желтое окно. Окно смотрит. О, иди сюда, ко мне. Видно, ко мне. Я подъезжаю. Блин! Лета нету. За домом был один. Здесь у меня за домом, да. Кидаю хаешку в него. Молю кинул слева. Посмотри, така. Здесь в конце дома. Справа. Слева. Ушел в другой дом, да. Дальше ушел. В мой дом. Твой. Уезжает. Позициями поменялись, да? Слева нокнул, да, или нет? Да. 260, понял. Камни убил. Нокнул, правый убил. Трое осталось. Трое. Два, один ноки был. По идее, зона под них, надо что-то делать, левый камень брать. Быть может. Она есть еще на скалах, то или нет на скалах? Да хз. Ну ты на скалах сразу убил, правильно? Не, я справа убил. Не слева, получается, ты убивал? Слева нокнул, справа убил. То есть вот здесь нокнутый. Камень брать, говоришь, 28 секунд. На 300 пикает. А не думаешь, что чел справа живой? Понял. Смоки слева идут. Справа 2, слева 1. Справа 2, слева 1.
Давай, пикни, дружочек. Я развожу. Вы желтую метку смотрите? Там один. Попал? Хорошо. Справа двое, я за камнем кидаю. Ага. Последний слева. Супер. Сюда, топчик, сюда. Ой. Вот это я понимаю, вот это старый добрый Акира. Где это раньше, что был Акира? Работа. Вин. Седьмая. Ну, вы тоже неплохо отыграли, я считаю. А сейчас, получается, ты уволился, да, и теперь это можешь по ночам играть. Там Гоша ждет. 8. 8. 9, 10, 70. 70. Блин, Гош, ну ты даешь. Время, 16:00. Привет. Ты где же был-то? Привет. Привет. А? Я не увидел сообщение. Офигеть. Ну, Гош, же... лучше поздно, чем никогда. Ну да. Ну что, хотите, чтобы мы еще одну сыграли с Гошей, что ли? Ну а как же? Что, Гоша просто так ждал, что ли? Да я ждал как 5 минут. Ну давай, Акир, последнюю. Целых 5 минут. Офигеть. Вот так вот чё-то. Я видел, там у тебя сегодня хорошо по топчикам, не как в прошлый раз. Тогда неплохо. Ну это опять же Сакир и всё. Сакир молодец. Хотя вот буквально недавно проиграли, мы топ-2 взяли, обидно было. У нас преимущество было, но проиграли. Каски не было. Да, этот момент я увидел. Видел? Да, я так перематывал, смотрел концов. Гоша, любитель перематывать. И фильмы перематывает, стримы перематывает. Не тратит время зря. Ну, конечно. Там еще 15 патронов осталось. Мне их так жалко. Надо было больше стрелять. А, на ВМ-то? Ага. Так, ну уж если уж и Гоша-то здесь, тогда уж точно на Сосновочку еще раз летим. Надеюсь, там кто-то будет. Ну будет уж кто-нибудь для себя, найдем кого-нибудь скоро. Надо не забыть, вот не забыть, не забыть 7 дней в игру подряд зайти. Да, это будет печально, да, забыть? Ну естественно. Сковородочка-то хочется. А если, допустим, бан будет, то что? Все? Все? Че, все. Через сутки. Пойду заново. Ну, до 5 числа. Еще время есть. А что вдруг без вебки, Хэвол? Ну да. Ну вот через 5 часов утра можно зайти это. Да, согласен. Можно до 5 утра как раз поиграть. Ну начинается. Ну всего лишь полтора часика. Начинаю. Я вообще слышал, что полтора часа лучше всего ото сна отнимать. Пупку поиграть лучше, да? Какой-то очень уважаемый врач сказал. То есть, если есть игра, которой можно уделить это время, лучше отдать это ей. Да, да. Потому что все равно эти полтора часа будешь сидеть, ворочаться, мучиться. Думаешь, а так сразу уснешь.
Да. Я хил такой, пожалуй, пойду в Elden Ring, да? Да. Или в Неонабис. Ну нет, надо Elden Ring добить. Чего? Неонабис никуда не убежит. А не Elden Ring, это Elden Ring. А мы что, одни, что ли? Угу. Да. Очень интересно. О, прицел, наводчик. Значит, мякаешь. Буду людей показывать. Я там видел падали недалеко. На желтый склад падал. У меня на крыше третий броник лишний. Вот я про них имею в виду. Значит, лишний у тебя броник. Ну, один я взял. Второй не одевается. Я приду, одену. Надену. А тактический набор что это? Сумка с четырьмя слотами. Вставляется вместо основного оружия. И вот может и туда или броник, или какое-то другое оружие взять. Например, можешь и кары, да маэрку засунуть, чтобы у тебя и то вариативность была. Фига. В один слот можешь... 4 аптеки в этот квадратик засунуть, или 5, или 4 аптеки туда умещается. Принял. А чтобы достать, что надо сделать? Перезарядить оружие. Что достать, я не понимаю, про что дальше? Достать сумки. Ну просто перетащить слот. Перетаскиваешь. Они нас кушать приехали. Хоть болтать. Серьезно? Да, вот, помечаю. Не могу пометить, они в здание зашли, на метки. На зеленой метке? Да, да. Прям на вазике приехали. Офигеть, вот это они дают. Они просто не знают еще, к кому они приехали. А может быть знают, может это стрим-снайперы? Кстати, возможно. Тогда они знают, что мы знаем. Да. Значит, они сейчас уедут. Соответственно, они должны испугаться и уехать. Не знаю, ни разу не встречал. А, хотя не встречал. Стрим-снайперов, которые боятся. Да, есть такие. Сразу вспомнил Вента, который не пушил, а как-то пытался в мыши все делать. Справа. Ну и слева тоже есть. Вот, правого, давай. Давай. Нок. И слева последний. Еще один слева? Видел, да, я нокнул слева, и слева еще один видел. Конкретнее. Метка конкретнее. Зеленая. Ага, принял. Здесь нокнутый. Не, здесь нокнутый только. Го, право пушить. Да. Полутаю. АЕшку. Меня? Слева. Молодцы. Даже я не подогнался. Уж не помню, когда я последний раз помню, чтобы Акира с Гошей кого-то пушили, и у меня внутри такое чувство, что им не надо помогать, они справятся. Ну вот справятся. Вообще, вот, даже переживать не нужно. Такое спокойствие, умиротворение. Не помню такого чувства. Давно я его не испытывал. Эх, не успел. Че, флешку взять? Да. В
Хочешь, я тебе хаешку дам? Не хочу. Держи. Спасибо. Че, поедем? Может, к типам каким-нибудь аккуратненько? Я так за. Ну, слушай, я бы тоже поехал. Мне кажется, просто зона не у нас, и... Я думаю, здесь ловить особо нечего. Кстати, ты че? Не нарочно вышел. Да и... Ты, кстати, видишь у Акиры какая эмка, Гош? Эмка? Да, видишь, какая эмка у него? Это вот это новое, да? Да. Mm-hmm. Он сегодня три раза открыл ящик, и три раза подряд у него золотой ящик выпал. Три раза. Ну, подкручено, потому что все. Еще чертежи выпали, но я не знаю, зачем они нужны. Так, давай, заходи. Ой, заходи. Выходи. Три раза. Я, получается, открываю 70 ящиков, и у меня... Ну, мне, конечно, тоже не выпадал. У меня сколько? Три раза только золотой выпадал, но не подряд. Слышишь, Гоша, на тройке типы были. Подожди, а почему? Подожди. А почему? Может, наш через желтый проедем? Там, скорее всего, новорепная. Да там не факт, что они сейчас там есть. А здесь мы сейчас новорепную сейчас, скорее всего, поймаем. Сейчас по таймингам они как раз выезжают. Я прям чувствую, мы подъезжаем к мосту, и они тоже едут уже. Вот я прям вижу, я чувствую это. Я же забыл, что у тебя читы. Ну. Все легально. Аптечка справа, если хотите остановиться. В будке. Видишь? Чисто все. А ты боялся, Гоша. То поедем по главной. Так, подожди, так я смок возьму, то нет смока, да, ни одного. Туман сложно сейчас будет, конечно, киллы фармить. Спросил Гоши процент побед в танках. Спрашивает Хэвол. Спросил Гоши процент побед в танках. Или 53, или 56, не помню. 53. Сейчас скажу точно. Сейчас я выйду, подождите. Перезайду. Быстренько зайду в танки. У нас типа справа в кемпе. Я готов их убить за то, что они так нас испугали. Я хочу выйти. Ехай дальше. На крыше там один. Один право крутит. Их очень много. Надо правого убивать, надо правого. Я его не вижу. Блин, да туман ни хрена не видно. Я не знаю под... Согласен. Информацию, как подъехать, не подъехать. Один у будки, один под домом. Под домом, Акира, видишь? Под домом ног. Мы сейчас это, к этому... Добил сразу. Аккуратно. У будки. Под машиной. Нокнул его. Ага. Будка еще... Красный дом, второй этаж. Ты на метке. На зеленой метке. В красном доме нокнул. Все, будка лас. Будка. Подъезжаем, так. Будка, два хита. Дропаю, почекай. Все, минус. Красиво. У нас тачка минус тоже. Вот, то есть, 53%. Так. 53% победы в танк. Угу. Ну, я думаю, это такой дефолт, наверное, да? Это у всех практически так. Дефолт 49. 49.
То есть в танках нет такого, что там 80% отыграл там 1000 игр и 80%, да? То есть здесь, потому что от тебя мало чего зависит от одного. Там надо коллективно играть, и то не факт. То есть нельзя взять, это ж паблики, там максимум в сквадах может 3 человека же быть, да? Да, да, нет, там очень... И ну, даже если играешь нет, втроем хорошо, ты можешь попасться со сквадом, который там 10 танков просто возьмут и сольются в ноль. А вы втроем-то не затащите же. Правильно так? У киберкотлет 63-65 такое. Ну, не 80. Не, 80 нету. Ну, у типов без подстав, без ничего. А, у меня, кстати, это... Одна аптека у вас как по аптекам? Только так же одна. Зону, зону может... Ну, зону так, тогда надо... Сейчас... А, зону бьет, что ли? Так, я скинул аптеку. Я думаю, что это у меня синева в глазу. Он редко отвечает чату или вообще не отвечает, так что просто зайди на его статистику в игре, посмотри его или у него игру в хангах или нет. Амазонка, я отвечаю, отвечаю. Просто время-то у нас... Кстати, бензу возьму. У нас как бы время 3:30, особо в чате в это время никто не пишет, плюс я в принципе до такого времени играю только если какой-то сингл, а сингл игра типа как вот... Как он называется-то, господи? Elden Ring на втором канале. Да, я скину, да. Сейчас доедем. Танки лично для меня самая худшая онлайн. А по поводу в Ranked, не играете в Ranked? У меня нету сквада, давай, чтобы играть в Ranked. Если был бы хороший сквад, я бы играл бы в Ranked. Мог бы играть в Ranked. Выделять стрим под него. Соло с рандомами я же не буду играть в Ranked. Ну и плюс, опять же, Ranked, там играют 30-40% читеров. Ну, 30 точно. 30%. То есть в каждой игре, практически в каждой, можно встретить одного, а то и целый сквад читеров. Или нескольких. И это не просто там преувеличение, как будто бы я там слабый... Ух, ничего себе, это как так? Читы, читы, ну ты ж... Засада, да? Ничего себе. Вот чат, вот видите, что происходит? Я вообще ничего не делаю, ребята без меня все делают, вы понимаете? Вот если вот такой сквад иметь, то, конечно, же в рейтинг хочется поиграть. Одна была. И сколько у тебя теперь? Теперь у меня три, я скину одну. Давай, конечно. А то что же я с одной? Вот и кто-то, да? Ну. Мне ноль, кстати, Гош, мне тоже скинь. А, ноль? На. Так, а у тебя сколько аптек? У меня одна. Есть одна. Понял. Поехали, поехали, так, время кивает. Так, ну я в зону не синьку что-то не поеду, они в лесу. Ну не знаю. Надо в поле люди будут. Кто сказал? Я говорю. Где-то на 25 градусов воевали, возможно, в деревне. Видимо, в деревне стрельба была. Двери открыты. Никто не усовывается. Во. Это откуда опять вообще? Опять там, где у нас засада была. Да, у нас там... зонт уже идет, не пойдем, синьку. И слева едут, и, кстати. Понял, слышу, понял. Мы объедем город здесь, с этой стороны. А туман вообще скоро пройдет? Нет, а то что-то у меня уже глаза начинают болеть от этого. О! У меня пулемет, тихо. Я готов. Это кто один сзади, кто сидит, это так, выбьешь, да. выбьешь, да, так, не стреляй. А, Кирос. Да. Биты, без лица. Убейте, убейте, убейте. Хорош, резайте сразу. Гош такой думает, кого резать подошел. Не, ну я на такой F прожал, так и упал. F не сработало. Я такой, значит, Акир. Решено, да? Да.
Разбился, задавил двоих. Ну-ка, загорели, 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 загорели. Аптек 0, аптек 0, аптек 0. Скинул две акира на метки. Угу. Где тут атаку ты нашел? Ну чё, 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 это здесь? Ну у меня две аптеки, у меня две. У меня две. И у тебя две? Да. Ну я возьму тогда одну. Всё, поехали. Вот дальше. Бинты нужны. Зона, зона, зона жесткая. В общем, надо на проселочную дорогу выйти на желтую метку. Да, было бы неплохо. Сегодня вот как раз вот там топ-2 мы и заняли. Надо реабилитироваться. Кстати, так, как раз ты был в этой партии. Что? Я говорю, как раз ты в этой партии был, где мы топ-2 то взяли, там на тропинке. Тропа войны. Я слева вроде слышал, но возможно это дождь. Да, это дождь. Там что-то лазик вроде в кемпе. Слева? Ну вот да. Вот куда мы сейчас едем. Это единственный плюс этой горы, можно вот так скатиться. Ага, лазик. Тип. На велике. Кемпе, увидел. Да-да-да, дальний дом. Давай. Как он живет? Так, а почекай отсюда. Он может и в подвале уже быть, там подвал есть. Окей. У меня С4 есть. Давай, выкуриваю его. Да ты! А ничего страшного. Ты наступил! Все, ждем. Сейчас выкурится. Кажется, вышел по левой сзади. Не, никуда он не... В подвал ушел. Слинок. А где еще один? Нет, там вы должны все умереть, там не может быть такого. Я имею в виду в каком-то еще доме. Пускаешься, Кирпалис? Да, я уже тут. Он справа, но. Да, справа. Там С4 в центре, как там выжить можно было кому-то? Если было бы три этажа, тогда, да. Го дальше? Го. Куда же вы хотите? У меня тачка взорвалась. Там вазик. 20% хп. Да, тут вазик. Тут есть еще вазик. А, да, у них же вазик был. И велик. Фуловый почти. Тропа войны. 14 живых. Что, будете вазик-то садиться? Ну, тропу это надо занять. Это пока неизвестно, куда ехать, поэтому... Как неизвестно? Давайте я покажу. А, бензина нет. Сколько там бензина? Одно деление. Куда едешь, до желтый? О, машина. Есть слева. О, аэроплан.
решил разбиться? Да. Это не вертолет. Может... А, нет, кстати, полетел. Дроп лежит, Гош. Может, его никто не видел на желтой метке. Окей. Он полетел дальше. Четыре нас живых, без нас 10. О, это где? В капауде, да. Может? Дроп лутан. Лутан. Аук не берут. Блин, я на семерку. Аук. Гоша, го на тройку. Или нет? Го-го. На бензина есть поехать, Гоша? У него новая машина. Да, есть. Сейчас понял. Отключаем, что? Это разгоняйся, сразу отключай. Угу. Да, отключил. Не слышу. Ну, судя по всему, в этом доме должен быть. У меня флешка есть, могу его оглушить. Да не факт, что он здесь есть. Я не слышал его и не топал. Через дорогу, аккуратнее. Я не слышу, да, нет. Где он? Кто подъезжает? Сзади едут. Моя пустая, пустая. Что это? Напугать кого-то хотели. Нанеси шишкой. Где люди с этого кемпа? Я в шоке. Ну здесь стрельбаш была. Да, с кара, с кушателем. 24, бро. А, да, да, кар. Дроп падает на метки. Так, я прокачусь. Еще один аук. Это что такое? Взлетает. Над нами? А, прям над нами. Да, над нами. Голове дали. Откуда? Где-то по голове дали. На 300 второй этаж, скорее всего. Есть. Или нет, или... Должен быть. Звук оттуда шел. Да-да, выпрыгнул. Слева. Он выпрыгнул? Да. Не, не хочу хаишку кидать. Вот здесь за забором, на желтый. Ага. Чина. Маргарита. Ай, а что, это какой-то прикол, что ли? Это что, всю игру туман? А обычно же туман там бывает, ну, на 5-6 минут и все, и потом дождик какой-нибудь. Как это на всю игру туман? А? И что такое? Вот ты. Вот вы. Без лица, без тела, за камнем один. Давайте уезжать, Время идет, пошлите, уехали. Поехали. Бегу, секунду. Гош, ты один, подожди. Очень больно, да. Жди. Этот камень очень больно. 4 или 5 хитов дал. Сейчас. Не видно ни черта. Давай, выше. Прям это, где мы были, где мы останавливались. Сюда. Ну есть на камне есть. Выходите. Камень есть. Здесь живых. Снизу склад примерно. Они дальше, Гош? В смоках.
где-то лежат. Но они должны на нас идти, Гош, не умирай просто. Я тоже хочу умереть. Просто так хочешь умереть? Угу. Начинается-то. Вижу, вот у нас есть. Да как ты это делаешь? Дал очень больно, один ног. На желтый есть. Второй где? Под камнем, под камнем. Каким? Метку? Вот, стреляет. Я не могу метку дать из-за того, что ног. Пардон. Чуть-чуть. Убил? Да, убил их. Хорошо. Наконец-то. Последний на аэроплане остался? Нет. Желтая метка, желтая метка. Ой-ой. Ой. Аэроплан шо? Смотришь аэроплан, куда приземляется? Парень крутит вправо там, вправо он крутит. На аэроплане приземлился. На 10.65. Ага. Кстати, у вас зоны нет. Видишь, Акира, слева видишь? Я видел. Попал по нему два раза. Ага. Зона пойдет. Но он в зоне. Нет. А, да. Разве? Аэроплан пикает на В. Так, а садись. Можешь вниз надо спуститься, Акир? Акир, готовься, сейчас мы на аэроплан едем. Okay. Смотри. Дерево вроде не в зоне Акира было, за которым чел стал. На синий. Он за аэропланом сидит. Они друг друга перестреляли. ХЕшку, не? Или нет уже? Там на один. Хорошо. Чат, ну вот как-то так играем. Ну это опять же ру-сервера. Вот еще в чем суть. Еще просто так хорошо шло вот эти партии, потому что на ру-сервере еще играем. На Европе посложнее было бы так. Наказывали бы. Может, пора на Европу пойти? Не, ну вы че меня это прям... На две каточки и все, не надо будет сегодня заходить. Усатые тёлки — это страшно, пишет Сидар. Тебе же как раз надо топчики фармить. Топчики фармить. Я бы сейчас пошел бы, вот, попил бы чаечку. А потом бы просто взял бы, в 5 часов бы зашел и вышел. Ну а так возьмешь еще, возможно, топчик. Да, а чай будут только в 6 часу пить, да? Так, да. А ты можешь пока сейчас ищется матч, быстренько его сделать. Ну, естественно, как я его тебе быстренько сделаю. На кухню пойду. Да, чайник. Так. Что, идем на Европу? Ну что, все-таки закончим. Ну, и так долго играем. 4 часа уже, без 10.4. Сколько вообще стрим идет? Ну, точнее, сейчас 3.40, еще до этого это стоп-старт был. Уже точно часов 7, наверное, стрим идет. 7 часов 6. 7 с лишним часов идет. Половиной, что ли? Помню, сколько начал. Эх, а я помню стримы по 15 часов. Да это че такого? Это вот в Elden Ring'е 10 с лишним часов. Это было вот. Ну там время вообще пролетает быстро. Ты думаешь, сейчас я еще вот сюда добегу, сейчас я вот здесь, вот этого еще босса убью, ну вот эту локацию открою, и вот до сохранения куда-нибудь сейчас дойду. Ну давайте посмотрим, где там талисман лежит. Покажите, давай, сбегаю быстренько. Ага, все. И что говоришь, вон там что-то есть, давай посмотрим, давай. И смотришь, блин, 10 часов уже, да что ж такое? Хотел всего лишь до 3 часов ночи поиграть, в итоге до 7 часов утра. А в PUBG вот я могу остановиться. Все, мы взяли топ-1. И, кстати, сейчас вот я вот как раз у меня укрытие. Я беру, открываю последний ящик и... Ни хрена.
Как у тебя три раза подряд золотой, я не знаю. Да ни хера не выпало, миник. Но три раза ты открыл. Три раза. Пусть даже ничего тебе и не выпало. Три раза. И у меня уже все, 2 FPS, не могу мышку даже в лобби двигать. Хожу. Это знак, что надо перезайти и сыграть еще 2 катки. Так, это сейчас как это? Блин, а где это убрать вот эту картинку? Все, убрал. Да нет, давайте отдыхать. А ты, Акира, это пиши, если что, когда можешь поиграть. Так вообще неплохо, мне прям понравилось. Это да. Да я просто смотрю, если ты играешь, то залетаю. Если время есть, а так я не могу сказать точно. Я так вот смотрю, вот, ну в прошлом году я залетал, так смотрел. Разочек я залетел, в этом году вот залетел. Потому что в следующем году залечу, так вот смотрю. Залечу. Ну чуть попочаще, хотя бы 2 раза в год. Такие вот сочные партии, да? Я думаю, и так понравилось, да? Так, нормально же сыграли? Ну, я считаю, да, это даже вот не только моя заслуга была сейчас. Ну да, согласен с тобой полностью. Победу надо все-таки с коллективом разделить. Ну, да. В конце концов, старались. Угу. А кто все-таки третий броник-то мне на Сосновке дал, а? Ну, а этот третий броник-то он... Он решил. Извините. Он решил. Он 400 урона впитал. Угу. Да, спасибо, ладненько, Сидор. Да, давайте, да, 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 давайте, ребят, доброй ночи. Да. Давайте, ночи всем. Спасибо за игру. Пока-пока. Доброй ночи. Угу. 7 утра, все же, давайте. Спать надо. Давай, Акир, давай. Добрых снов. Добрых. Я никогда еще не видел, чтобы Ахилл до 4 часов играл. Это челлендж какой-то, я чего-то пропустил. Нету никакого челлендж. Просто на то Кира пришел, чуть-чуть поиграем. Гош напоследок пришел. Ну давай последний еще с Гошей еще сыграем. И в итоге до 4 утра. На втором аккаунте, Neo Shroop, на втором, где я играю в Elden Ring, там до 7 и до 8 часов утра я стримил. Относительно вот буквально недавно. Буквально вот вчера, да? Вот. Ну, позавчера. Так что это не ново. А уж если брать старые заслуги, 17-й год, когда еще только пупк выходил, так я вообще стрим начинал где-то в 12 часов ночи или в час ночи и до 9 утра играл. Вот так вот. Все, давайте, ребят, кто еще на стриме? Звери, сквад кроликов, убийц, да? Давайте, ребят, всем покедова. До вторника, получается, да? Сегодня понедельник, стримить я не буду. И даже в Elden Ring играть не буду. Вот, хорош. Надо прям вот полностью день отдохнуть от ПК. Как бы мне не хотелось в Elden Ring, надо все-таки взять себя в руки и отдохнуть. Так что давайте до вторника. Пока-пока-пока. Во вторник будет пупка. Все, пока-пока.